Доброго времени суток всем. Это видео для наших контрагентов, как пройти психофизиологическое обследование с помощью программного обеспечения лаборатории психофизиологического обеспечения. Для того, чтобы это сделать, необходимо совершить несколько шагов. Я сейчас расскажу об этом алгоритме. Первый шаг. Необходимо попасть на страницу лаборатории. Для этого в браузере необходимо ввести несколько латинских букв, а именно lpfo.pro по-латински. Как только вы это сделаете, вы окажетесь на главной странице сайта научно-практического центра АКМЭ «Лаборатория психофизиологического обеспечения». Далее, для наших контрагентов необходимо авторизоваться. Для этого необходимо внести свои учетные данные, предоставленные вам в вашем договоре. Но в данном случае, пускай это будет Уралпластик. Пишем Уралпластик, вводим сюда предоставленный вам пароль и нажимаем кнопочку «Войти». В данный момент авторизовался Уралпластик. Далее что мы делаем? Все очень просто. Шаг второй. Переходим на страницу номер 7. Обследование она называется. Здесь мы видим некий краткий алгоритм по прохождению обследования и, соответственно, инструкции, видеоинструкции по поводу, как использовать программное обеспечение SLPFO для обследуемых, краткая инструкция и что мы получаем. Вот это общая страница номер 7. После авторизации вам будут доступны все наши контрагенты. Здесь вы находите свою организацию, но в данном случае у нас это Уралпластик N. Нажимаем Уралпластик N и оказываемся на странице, специально подготовленной для этой организации. Здесь тоже краткий алгоритм: загрузить программное обеспечение, пройти предлагаемые методики и отправить полученные результаты через форму сайта под номером 8, загрузить результаты ПФО. Вот здесь вот она находится, эта форма сайта. Соответственно, мы скачиваем программное обеспечение. Вот она последняя в этой таблице, автоматизированная система ЛПФО услуги Уралпластик. Нажимаем на эту ссылку, левую клавишу мышки, и происходит скачивание данного программного обеспечения. Весит оно немного, порядка 10 мегабайт. Вот оно загрузилось на компьютер, папку download, ну, на данном моем компьютере. Все, программное обеспечение загружено. Я открываю показать в папке. Вижу данный архив, вырезаю его. Закрываю, сворачиваю браузер и вставляю этот архив на главный мой рабочий стол. Вот это программное обеспечение для Уралпластик. Далее, все очень просто. Я извлекаю архив. Извлеченный архив. Этот архив можно удалить или же передать его другому коллеге, кто тоже проходит обследование. И открываю папочку ASLPFO услуги Уралпластик N. Захожу в нее, открою на всю страницу. И здесь мне требуется только один файл. Называется он AS-LPFO-услуги-MDE. Другие файлы меня не интересуют. Запускаю этот файл обычным нажатием левой клавишей мыши. Запускается Microsoft Access. Здесь стандартное предупреждение безопасности. Его можно убрать, отключив его на компьютере. Оно никак не влияет на безопасность вашего компьютера, ваших программ, информации и так далее. Это лишь стандарт в Access. Его можно легко отключить или просто нажать «Открыть». Загрузилось программное обеспечение лаборатории психофизиологического обеспечения. Здесь можно видеть те методики психофизиологические,
анкета, ММПИ, простая зрительно-моторная реакция, УСК, РАВЕН, СЗМР, ШУЛЬТЕ, КТЛ, РДО, самооценка по одному Рубинштейну, НПУ, НПУ и так далее. Вот это программное обеспечение необходимо пройти, так скажем. И нажимаем кнопочку «Начать работу». Вводим свой табельный номер или просто номер любой. 1, 2, 3. Далее вносим свою фамилию. Все формы, все поля ввода обязательны для заполнения. Программа не даст вам работать, если вы не заполните эти поля. Иван Иванович. Пол, выпадающее меню мужской. Прописываем свой возраст по маске ввода, дата, месяц, год. Ну, предположим, 11.11.1976. Выпадающее поле образования высшее. Здесь автоматически поставится ваш возраст. И здесь прописываем свою должность. Например, инженер. Собственно, в правой части представлены опять же те методики, которые последовательно необходимо вам пройти. Прерывать работу не стоит. Среднее время прохождения всех методик составляет 2,5-3 часа. Чем человек моложе, чем активнее, чем лучше он общается с компьютером, тем быстрее это у него происходит. Соответственно, последовательно будут предъявлены все эти методики. Собственно, нажимаем кнопку «Обследование» и загрузится первая методика «Анкета». После выполнения каждого задания необходимо будет нажать кнопку «Выход» и далее по алгоритму программа предложит вам продолжить обследование и автоматически запустится следующая методика, следующая, следующая, следующая и так до конца. После прохождения всех методик, здесь вот есть небольшое примечание, по завершению обследования отправьте результат из папки «Отправка» на электронный адрес lpfo@gmail.com, в экстренном каком-то случае можно отправить по почте, или же загрузить на сайт LPFO, раздел 8, загрузить файлы. Одним словом, пройдя все обследование, когда все методики пройдены, вам программа скажет: вы прошли все обследование, окей, хорошо. Вы нажимаете ОК и выходите из программного обеспечения. В папке «Отправка», опять же, да, если вот здесь открыть этот дистрибутив с программным обеспечением, здесь будут находиться архивы RAR. Вы берете эту папку «Отправка», архивируете ее самым обычным образом. Надо сказать, что результаты, полученные подобным обследованием, недоступны пользователям, они специальным образом защищены, и только в лаборатории их можно открыть, эти файлы. Архивируем эту папку, вот она здесь у меня появилась, и соответственно переходим опять на сайт лаборатории психологического обеспечения, опять вводим свои данные, если вы в этот момент выходили из интернета, уходили с сайта. Вы вновь повторно вводите свой логин и пароль, ну, в данном случае Уралпластик, и соответствующий пароль. Переходите на форму «Загрузить результаты ПФО», пишите свое имя, фамилию, ну, можно просто ограничиться Иванов, Иван Иванович, организацию Урал Пластик, выбираете файл и указываете путь к тому архиву. Так, вот у меня он рабочий стол. Услуги Уралпластик. И указываете путь вот к этому архиву с папочкой «Отправка». Вот эта папка получения результатов после обследования. Вы его, эту папку архивируете, получаете папку «Отправка RAR». Указываете ее «Открыть», файл присоединен, здесь можно не писать никакую информацию, и просто нажимаете кнопку «Отправить результат». С
Спасибо, ваш файл принят. В ближайшее время будет обработан нашими специалистами. Вот у меня пришло сообщение о том, что поступило новое обследование. Если вы слышите, пропикал мой сотовый телефон. И, соответственно, нажимаете «Продолжить». Форма очищается. На этом обследование заканчивается. Вот эта папка, вот этот раздел, вы указываете, скачиваете свое программное обеспечение для вашей организации и подобным образом проходите обследование. Все это можно еще раз посмотреть в других инструкциях, в видео, все очень подробно и обстоятельно рассказано и описано. Это вот те необходимые шаги, минимальные, которые необходимо проделать при прохождении психофизиологического обследования с помощью программного обеспечения ЛПФО. Все очень просто. Благодарю вас за внимание и удачи вам!